Теремок ТВ представляет. Оли, грузовичок, он всегда на помощь придет. Оли, грузовичок, нас с тобою Оля в гости зовет. Оли, грузовичок, он всегда на помощь придет. Оли, грузовичок, нас с тобою Оля в гости зовет. Два, три, четыре, пять. Бип-бип! Хо-хо! Доброе утро, мисс Флорет! Привет! Минуту назад их было 10. Вот и еще 5 штук пропало. Пропало? Ну да. Весь день у меня исчезают бананы. Вы их случайно не видели, а, ребята? Ну вот, смотрите. Еще один пропал. Похоже, в Бамптоне появился банановый вор. Если так будет и дальше, у меня вообще не останется бананов. Не волнуйтесь, мисс Флорет. Мы со Стэном вам поможем. Мы найдем бананового вора. Хо-хо, да, дружище Олли. Мне всегда хотелось побыть детективом. Итак, мисс Флорет, мы собрали здесь всех возможных подозреваемых. Кто-нибудь из них кажется вам подозрительным? Что ж, сейчас посмотрим. Чего? Все в порядке, это не мой. Он из магазина «Мисс Батон» во Фрамптоне. Это видно по наклейке. Улыбочку. Вы знаете, кто я такой? Ну ладно, ладно, это сделал я. Ты банановый вор, База! Что? Нет, я не вор, нет! Тогда что ты сделал, База? Я думал, что вы говорите о совсем другом. Простите, ребята, но я не думаю, что кто-то из них вор. Потратили мое время, я деловой человек. Пока, сэр Рональд. Ну что теперь будем делать, Олли? Ты же видел сериалы по телевизору? Хорошие детективы всегда ищут улики. Что ж, давай тогда хорошенько осмотрим Бамптон. Мои бананы! Мои бананы пропали! Что случилось, мисс Дарси? Я была на кухне и мыла посуду. И вдруг совсем внезапно в окне появилась черная волосатая рука и схватила связку бананов. С каждой минутой становится все непонятнее. Поехали, нужно найти больше улик. Пожалуйста, найдите вора. Бананы Бамптона в страшной опасности. Привет, смотритель зоопарка Вилли. Олли, Стэн, куда вы направляетесь? Мы ведем детективное расследование. Что ж, может быть, и мне поможете. Вы наверняка уже видели плакаты. Дело в том, что шимпанзе Космо этим утром сбежал из зоопарка. Все ясно. Это шимпанзе Космо таскает бананы, а вовсе никакой не вор. Ха-ха-ха-ха. Значит, все это время улики были вокруг нас. Ох, он наверняка страшно проголодался, ведь в зоопарке он съедает 100 бананов в день. Давайте выставим побольше бананов у магазина «Мисс Флорет» и подождем, когда он за ними придет. О, как это волнительно, Олли! Возможно, ждать придется долго. Нет, я уверен, что он вот-вот появится. Попался! Огромное вам спасибо за Космо. Не за что, Вилли. Кто хочет банан? О, спасибо. Разве ты еще не наелся бананов на сегодня, Стэн? Бананов много не бывает. Ты согласен, Космо? Ha 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 ha